все три матча были такие от ножа, можно сказать. Команды плюс-минус равны. Могла выиграть любая из них. Сегодняшняя игра складывалась сложнее всех. Если брать первую, хоть мы и проиграли по буллитам, она не такая была напряженная, как сегодня. Из-за удалений мы так попали в такое положение, что тяжело очень было нам. Эта серия была за медали. Уже бронза уже у нас есть. Значит, шажок мы сделали, в полуфинал вышли. Здесь как раз вот психологический момент был. Хотелось преодолеть этот барьер. То сезон не зря прошел, но он еще не закончился. Это только один рубеж. Но ощущение все равно, когда выигрываешь, все забывается. Какие там плохие моменты в игре, а остаются только хорошие. Ну и результаты, и характер, что показать. Конечно, с победой. Вы стояли в меньшинстве, но давайте не удаляться так. Просто вы что-то наудалялись. Лучше в большинстве в лиге, давайте. Ну и с 8 марта вас. В общем, мы первый этап пройден. Руки не опускаем, идем дальше. Как говорит Игорь Сергеевич, не нервничать, не переживать. Он, конечно, больше всех всегда переживает. Но я бы дала корону многим сегодня, потому что все заслужили. Это командная корона. И, наверное, я отдам свой голос королю. Все, спасибо, девочки, вам спасибо. Мы уже с медалями, но этого мало. Давайте биться будем еще дальше. Молодцы!